Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12S Ultra. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон данного устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звук и виброотклик». Далее выбираем здесь рингтоны, выбираем все мелодии. И тут мы можем выбрать либо мелодии, которые у нас здесь системно установлены, либо какие-то из наших мелодий, если у нас есть там, не знаю, музыка или записи с диктофона, выбор на устройстве. Вот. И выбор онлайн у нас здесь есть, можем тоже что-то посмотреть. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.